Так, хорошо, насчет этого, исходников-то, значит, поймите, вот вы, в любом случае, если у вас инсайд 3-й версии стоит, вы будете давать 2+7, потому что они увидят контроллер 4-й версии в инсайде 3-й версии. Поэтому вы будете работать. Ну, в рамках обучения будет работать 4-й версии того, что контроллера прошитый под 4-й версию. Значит, следующий момент, господа, давайте создавать контроллер. Ну, вот я, например, давайте, например, ну, вы сейчас создадите, а потом посмотрим, как делать для лонов. Давайте, например, ну, вот у вас кого? Большинство 36-й контроллер, 36 ЕГЭ, 36 ЕГЭ, у вас 100 ЕГЭ, 100 ЕГЭ, ну и говорите окей. Появился контроллер. Появился контроллер, что нужно здесь сделать? Значит, во-первых, нужно прописать IP-шник. Давайте пропишем IP-шник 10.0.1.1. Ну да, ну как бы изволили. В зависимости от маски. Ну да, что такое на пункт. По 10.4.10.4.10.5? Да, да, нет, для той маски это пишет, то есть будет меняться последние пару цифр. Первые три были одинаковые. То есть гостевой карточки мы, например, сделаем 10, в конце будет 10. То есть первые три цифры будут одинаковые все, как пишет в каждой маске. Ну так, все, все прописали IP-шник. Вот, теперь, значит, что еще нужно сделать? Ну вот здесь name, там description, все, блоку можно там описать, это описательные вещи. Значит, что такое B-building, мы чуть позже будем рассматривать. Значит, я вам пока показываю, вы это можете понять, можете, ну, как хотите. Для общего развития. Например, если у вас есть контроллер, также можно создать второй контроллер. Например, я сотый могу создать. Сказать окей. Вот у меня появилось два контроллера в этом IP-шном сегменте. То есть как несколько контроллеров создавать. Здесь также могу прописать адрес. Вот. Как, грубо говоря, сделать какой-то контроллер в сети главным. То есть мы называем это primary сервером. То есть чтобы был один контроллер в сети главным. Для этого нужно, вот вы сейчас для вашего, у кого 36-й, тот для 36-го, ну, второй контроллер удалите, а у кого 100-й, тот для 100-го. Значит, делаете, выделяете контроллер и находите пин, который называется primary server, вот он. И здесь ставите true, то есть, окей, то есть, да или нет. У вас появляется такая черная галочка. Это говорит о чем? Что контроллер является primary сервером. Да, значит, для чего это нужно? Во-первых, это синхронизация по времени, во-вторых, это, так сказать, с аварией тоже нюансы, и, ну и плюс, ну, с маршрутизацией аварии. То есть все это будет делаться в одном контроллере, а все остальные контроллеры будут делать аналогии с ним. Вот, то есть свойства primary сервера мы будем чуть позже это, проходить, я покажу, где это делается. Вот, ну, основная суть это время и авария. Это primary сервер. Это можно было не теперь. Ну, даже лучше правильно, не сколько аварий, время. То есть время в сети, оно хранится в primary сервере. Вот, то есть все остальные контроллеры будут выравниваться по нему. А если бы он был не теперь, обязательно это было бы делать? Да, это делать обязательно, иначе я вам не смогу показать, как меняется время. Мы же должны были научиться время редактировать. Вот. Значит, хорошо. То есть как создавать контроллер, вы приблизительно поняли. Так, я тогда удаляю 100-й. Удаляю 200-й и создаю лон. А вы смотрите это дело. Так, а во втором сети такой же IP-шник должен быть, да? Ну, первый три сети, да. Вот. А адрес с сегментом и так далее. Мы задали маску по сети.
И все, согласно как нет, согласно которым, у нас у нас не автоматически оно, мы вручную вбиваем. То есть здесь можно, конечно, присваивать и так далее, но не стоит заморачиваться. То есть границу не будем делать. То есть у нас есть маск, согласно которой формируется адрес сети и адрес устройства. То есть суммарно IP-адрес включается. Вот. Значит, я удаляю свой сегмент, сейчас создам все то же самое галон. Галона, господа, все намного проще. Значит, ну вот. Да, кстати, важный нюанс, господа. Ну ладно, пока мы... То есть смотрите, у меня есть некий сегмент один, IP-шный. Я могу в этой же сети добавить еще один IP-шный сегмент. И так далее. То есть структура может быть сильно разветвленная. То есть можно сделать там несколько сегментов. Вы видите, да? Для лона так сделать не получится. То есть в одной бахнетовской сети один лоновский сегмент. Ну так иначе. Это такое ограничение. Значит, добавляем new long talk сегмент. Появился new long talk сегмент. На самом деле здесь вот видите channel ID, domain ID, у нас ничего трогать не нужно, все как надо. Значит, добавляем контроллер. Я добавляю сотый контроллер. Ру, у меня 200. PXE200D. Говорю окей. Значит, вот здесь два понятия. Node ID, subnet ID. Грубо говоря, subnet ID это некая аналогия маски по сети, Node ID некая аналогия адреса сети. В принципе, руками, кроме вот primary сервера разового, я говорю primary сервер true, ничего не нужно. То есть, если я добавляю второй контроллер, у меня все автоматически нумеруется. То есть, видите, у меня уже сразу вторым становится второй контроллер. Вот, а subnet ID сразу единичка. Если кому нужно, конечно, можно руками все это менять, но если вы создаете сами, то у вас все автоматически нумеруется, можно не париться. Вот, то есть третий появился. То есть с лоном все намного проще. То есть даже ничего, никакие маски там прописывать не нужно. Можно поменять, конечно, там не 4 цифры, а 1. То есть все значительно проще с лоном. Значит, это как создается лоновский контроллер. Значит, еще один нюанс для коллег из IKEA, он актуален, потому что у них 64-й контроллер, и для остальных, для общего развития. Значит, если у вас, вот видите, мы сейчас что добавили? Первое, добавили компактный контроллер, у него никаких блоков питания, ничего нету. Никаких баз преобразователей, PBAS, Island Bus тоже нету. И мы добавили 100-200 контроллер, который уже Island Bus понимает модули напрямую. Значит, если у нас используется схема 64-й контроллер или 128-й, идет PBAS, потом преобразовывается в Island Bus с помощью BIM, Bus Interface модуля. Помните, я говорил, вот у вас такая схема. То здесь нужно добавить этот BIM еще. Ну, просто добавить как опцию рядом с контроллером. Как это сделать? Значит, ну, например, версия 2.37 для коллег из IKEA. Давайте, например, 128 контроллер. Здесь нужно добавить карточку N. Вот, кстати, BIM или карточки, о которых мы говорили в теории, то есть графический интерфейс, IP-интерфейс и так далее. То есть вот дополнительные карточки, которые вставляются в контроллер 64, 128 или вставляются в качестве крышечек, можно добавлять вот здесь. А если просто дополнительные, могу добавить? Да, сейчас расскажу как. Значит, вам надо, видите, выбрать PSB 1 PBAS обязательно. Вот, то есть у вас добавляется PXE28U плюс PXB 1 PBAS, все. Если вы хотите, например, еще карточку добавить, можно это сделать было прямо здесь. А я сейчас покажу, как сделать, если вы уже добавили, а решили потом добавить. Коллега вот из Хабаровска. Смотрите. Вот туда заходишь. Вот сюда. Option модуль. И вот здесь делаешь это, добавляешь, например, карточку Bucket по IP. То есть у вас будет приблизительная карта. Вот. Итого в контроллере у вас можно так сделать, без разницы. То есть варианты два. Можно залезть. Значит, господа, значит, можно залезть отдельно вот сюда.
можно залезть отдельно вот сюда, карточка и Bus Interface модуль, BIM. Или можно залезть вот сюда в контроллер и здесь вот тогда. Понятное дело, больше двух карточек вы не добавите. Ну, не двух карточек, а... Ну, вопрос про порядку установки модуля, например, нет, какие-то дыри, ДО, там, универсальные, вот именно на... Нет. А на администрацию это повлияет? Что еще раз? На администрацию. То есть, если он смотрит, а адрес не должен быть, если не сами скажу... Значит, как адресация, я чуть позже расскажу. Адресация, она немножко другим вещами устанавливается. Сейчас я покажу, что это. Мы это будем подробно проходить. Если видите карточку, вот, N можно добавить только одну. Если не одну, надо было сделать не так. N, EP2. То есть совмещение карточки EP2 только одно. Получается, один слот остается свободным. А если попробовать, например, W, чего тут одну карточку? А, это 2, 3, 4. Чего только одну карточку? Это не смущает. Дальше две же можно. Сейчас, кстати, сделаем. Батмен пойти в этот момент. Две айпишные карточки? Да, что-то я сделаю. Вот мы недавно вставляли в 64-й контроллер айпишную карточку. Там два места, но Нет, карточку вставляет только в одно место, в другое место не поставишь, там что-то мешается. Нет. Ну, буквально 2 недели назад был сделан. Нет, я-то скажу, что это одно место. Вот, там, и он вправо тут может поставить, на левое место я не поставишь, там ограничение физической пластмассы. А кусачками? А кусачка не пробовали. Сейчас пойдем на обед уже. И документация по карточке написано, ну, что вставляешь ее только вправо. Ну и она и физически не станет влево вниз. Ну, как-то у нас АС-01 по умолчанию называется. Если нужно, нужно его переименовать всегда. Description можно на русском, name, конечно же, на английском. Вот, как добавлять карточки, все понятно. Коллегам на языке понятно, как добавлять BIM. Ой, BIM. Ну, Bus Interface Model. Вот, значит, следующая, наиболее важная задача, это увидеть контроллер. То есть, это целый этап, так сказать, который нужно всегда понимать. То есть, в принципе, при кустроватке, при программировании всегда нужно знаешь, что контроллер выполните. Вот это самое, на мой взгляд, важное, можно сказать, одно из первых действий. Значит, что нужно сделать, чтобы увидеть контроллер? Ну, во-первых, нужно всем дружно... А, да, давайте-ка вы напишите в сетевой карточке. Значит, заходим в свойства сетевой карты, сетевое подключение. Дальше подключение к локальной сети у меня называется. Говорим свойства. Заходим в протокол интернета, по сети IP, заходим в свойства. Ну и давайте, например, напишите вот IP-адрес 10.100.10.101.10 и маску по сети подпишите 255.255.255.11.10. 10.100.1.10. Это сетевая карта, маска 255, 255, 255. Так, ну, фильм.
Вот, прописали. Значит, следующее, что нужно сделать. Типовые ошибки, почему не может увидеть контроллер. Как правило, люди нам очень часто звонят, говорят, мы не можем увидеть контроллер. Почему не можем увидеть? Во-первых, все дружно отключаем бэнмауэр. Сейчас те, кто сидит с симулятором, может начаться проблема. Вот как раз симулятор. Антивирус у кого какие, кстати, господа? Да, вообще есть антивирус, да. Может и есть. Выключают. Зонтик много? Ну, на самом деле, работа бывала с Касперским. Давайте попробуем бренд-мауэр включить, дальше попробуем Касперским. Ну ладно. Бренд-мауэр тоже включить. Господа, кто не знает, что такое бренд-мауэр, где его искать, можете посмотреть на экране. Значит, панель управления. Дальше. Центр обеспечения безопасности. И вот здесь нужно выбрать BrandMauer Windows и здесь все выключить. Находим деятельность. Вы там точно не замерзнете? Я уже, да? Нормально? Не, ну, мало ли. Просто, не, на самом деле, когда я был в Сургуте, это очень нравится. Там тоже у меня, ну, сибирская вот эта, сауна. Там реально ныряешь в бассейн. Весь как этот, это говорит, у вас там, говорит, в европейской центральной части, говорит, не сауна, говорит, а ванна какая-то. У нас, ну, в Сибири, там реально холодно. Там просто уже ничего не двигается. Это не нормально, это британская. Ну, да нет. Нормально? Так это ванны? Ну, не так ванны, там, когда ты в бассейн. Не, у меня там, ну, резюме было, нужно брыгать, нормально. Ну, смотрите, как бы. Ну просто щелкнем его и что-то щелкнем. Ну ладно, вот, все отключили брендмауэр, господа. Что-то не отключается. Пока все дружно включайте стенд. Все дружно включайте стенд. И, да, тумблер. На стенде есть тумблер. На стенде есть тумблер, все дружно включайте стенд. И втыкаете свой кабель в морду контроллера. В морду контроллера у вас, соответственно, ну, изображение, там локальная сеть компьютера и так далее. Ну, туда втыкаете. Так, ну тоже все, у вас что? А нет, на самом деле, здесь все херня выключится. Надо меня сюда вот сюда вниз. Ну, а вот, Саня, да, вот, да, вот. Да, вот, да, вот, да, вот, да, так, тут снова, да? Вверху? Да, вверху, но он здесь сеть. И вы тоже. А вот здесь, там сзади он будет. Да, Денис. Да. Ну, твой вот ключ, потому что у нас тоже ничего не надо. Ага. Значит, ну чего? Хорошо, все сделали. Тумблер стенда, черный тумблер. Во, да, да. Провод. Контроллер. Ну вот заметьте, господа, у большинства из вас уже на контроллере что-то там, где-то вот дискретный выход сработал, еще что-то. Заметили, да, там что-то заморгало. На самом деле, вот сейчас у вас в контроллерах программа от предыдущей группы обучаемых. Кстати, да, важный момент. Вот чем хороша наша система Design Insight, то есть она работает независимо от уровня автоматизации. То есть если компьютер выключен, сломался, сдох, неважно, все, вся программа в контроллерах, все работает само по себе. Вот чем, на мой взгляд, большой плюс. Вот говорят, с семантикой не совсем так. Господа, скажите, так, еще раз, если выключен компьютер... Ну да, если выключен компьютер, не работает, сгорел жесткий плюс, будет работать больше семантики, нет? Да. Контроллеры. Ну, то есть верхний уровень будет полноценно функционировать в системе функционирования? Ну,
Пока первый программатор и комментарий. Ну, да, не пробовал работать, если я могу. Не, ну, есть у вас технические места? Ну, да. А вот как мой оператор. Да, оператор, где там сидит, смотрит, где какая температура, где Не знаю, полевой уровень всегда должен работать независимо от диспетчеризации. Ну, у меня, честно говоря, просто не сталкивался, чтобы что-то так. Нет, где не Ну, Шнайдер. Или этот, или Саутер. Шнайдер, все что угодно можно. Ну ладно, значит, следующий ход, конек. Значит, отключили Brand Mauer. Теперь мы сейчас зайдем в такое меню, которое вроде бы очевидно, но никто не пользуется. Значит, заходим в, значит, открываем стиль подключения, заходим в дополнительно. Ну, на самом деле, для чего мы все это сейчас делаем, господа? Мы делаем это для того, чтобы предупредить ситуацию, чтобы вас сейчас не увидел с контроллером. То есть все всевозможные варианты, почему можете не увидеться, я вот сейчас пытаюсь заранее исправить. Поэтому заходим дополнительно и дальше дополнительные параметры. Все включается. На самом деле это меню никто не знает. Никто его не трогает. Значит, заходим в дополнительные параметры. Вот здесь есть сверху некая последовательность подключения. Вот ваше подключение к локальной сети должно быть верхним. Сделайте его верхним, приоритетным по уровню. Сейчас коллега спросит, а где это находится. Знаем, ну, да, я же говорю, никто не знает этого места. Значит, смотрите, силы подключения. Ну, хорош. Я же говорю, вот это вот все вроде бы знают где, но это не знают, не пользуются. Даже Нет, я просто все возможные варианты, когда почему не видеть контроллер, я пытаюсь сейчас разобрать. Вот такой антивирус. Саша, мы не самую что поднимаем? Антивирус. Антивирус это нормально, друзья. Вот. Но с новым работать? Ну, отключить на всякий. У меня сейчас ничего нет, но просто вообще стоит обычно. Не, ну вообще, там салат не работает. Ну там по локальной сети, да, если не будет. Да, у вас антивирус. А по локальной, потому что Wi-Fi нет. У вас антивирус. У нас есть правильно. Ну ладно, хорошо. Значит, и теперь самая стандартная фишка по лону, это я вам рекомендую записать. Значит, что нужно делать, когда вы поставили драйвера. Вы поставили драйвера с нашего диска до лона. Драйвера, кстати, находится. Сейчас еще раз напомню, где. Один оператор тоже, да? Вот это нужно делать всегда. И на диспетчерском компьютере тоже, если у вас на диспетчерском компьютере лон. Значит, DTS это вот драйвера, значит, Longboard с папкой, вот здесь есть EasyLong, это для USB адаптера, а вот этот вот OpenLDV, это для или карточки PC10 или PCLTA21, ну, в общем, стандартные ломовские драйвера. Значит, после того, как вы поставите драйвера, что нужно сделать? Они на диске находятся? Да, ну, то, что я показал, на диске сейчас было. Диск DivxWorks, значит, смотрите, DivxWorks, DTS, вот, диск вот так вот у вас диск называется, значит, папка LoneWorks, дальше вот здесь драйвера. Вы, ребят, возьмите аудио, видео, на сегодняшний день за первый проект, ну, прослушайте, вот, значит, хорошо, где драйвера, понятно, дальше нужно зайти в пуск, панель управления. Дальше у всех обычно вот такой вид, синий. Да, синий вид. Надо нажать переключение к классическому виду. Дальше у вас после установки дроп появится вот такой plug and play. Называется Longboard. Longboard plug and play. Заходим туда.
Вот здесь у вас по умолчанию будет стоять VNI. Всегда. Только как вы установили драйвера, всегда стоит по умолчанию VNI. То есть VNI, например, PCC10, то есть интерфейс карточки PCC10 и протокол, и приложение. Вот. Если у вас будет карточка PCLTA21, будет PCLTA21 VNI. Вам нужно это обязательно поменять на NSI. Помните, я говорил, то есть NSI PCC. Короче, ключевой момент, менять VNI на NSI. У нас просто есть эшелоновский USB-шный такая штучка, интерфейс эшелоновский. Вот он не коннектится с 64-м контроллером у нас, не коннектится. Ну вот попробуем. У нас сегодня ребят приедут. Завтра Марк придет. Нюансы. Хотя с лоунмейкером работать на ура. Видимо, совсем разные вещи. Ну вот. Значит, все записали в монахи. Как регистрацию добавить? Если изначально не было. Ну, в общем, я захожу в плагин Play, он говорит, что единственный кей, есть оно было. Не, это же драйвера надо установить. Я драйвера установил, но просто на мой. Вы перезагрузились? Да, у вас карточка точно. Надо карточку скачать, она приедет еще. Должен ли он записывать? Ну, послушайте, в общем, суть в том, что я рассказываю для тех, кого будет лон на объекте. То есть контроллер с коммуникацией должно поломать. То есть у меня-то карточка лон, поэтому у меня все активно. А ребята сидят и напрягаются, просто смотрят, потому что у них сейчас IP, а лон они так все, что значит. Вот, у вас будет лон, поэтому ну, это надо записать. Что нужно сделать, чтобы увидеть лон с контроллера. Если у вас лон интерфейс. Если у вас USB адаптер лоновский, то там это не нужно делать. То есть если у вас PCC10 или еще какой-то другой адаптер, классический, то надо делать. Ну вот у меня как раз такой же интерфейс, который у нас. Вот надо посмотреть, В нем возможно надо делать. То есть я пробовал. Вот, там USB нет. Нет, он и на выходе он. Надо смотреть эти драйвера. Если эти драйвера подойдут, то надо. Надо смотреть. В любом случае там появятся настройки, надо будет выбрать на сайте. Ключевой момент. Вот. То есть ключевой трибух вы на сайте. Хорошо. Вообще не знаю. Все записали. Все, на сайте выбрали. Ну что, теперь давайте делать классическую операцию, называется новый сетап. Это, грубо говоря, увидеть контроллер. Или увидеть сеть контроллеров, несколько контроллеров, увидите все. Правой кнопкой на контроллере. Да, кстати, господа, еще нюанс. Это не только операция для того, чтобы увидеть контроллер. Но и, вот заметьте, у вас же сейчас уже контроллер имеет какой-то айпишник, имеет какую-то маску, которую кто-то там до вас туда заливал, ну, конфигурировал, скажем так. Какая там маска, айпи хрен его знает. Поэтому существует стандартная операция, то есть перед началом работы. Контроллер нужно сбросить. После того, как вы делаете ноду сетап, вы не просто увидите контроллер, но вы ему еще дадите, то есть вы его сконфигурируете, придадите ему значение IP-адреса, маски подсети и так далее. Нет, конечно нет. Процесс сброса, все, контроллер обнуляется до заводских настроек. Какой-то там заводской IP-шник, заводские там маски подсети и так далее. А есть фича при коннекции, как ему увидеть его, ну, не знаю, кто, поменять и все. Ну, в принципе, то
том же самом, я боюсь, его не видите. Связано это с тем, что вот здесь прописывается в процесс конфигурации много ID устройства, типа MAC-адреса устройства. То есть, создав в другом проекте такой же контроллер, вы его не видите, даже знаете, что здесь прописывающий много ID. У нас ровно не должен. Ну не ровно ID, а девайс ID, то есть типа MAC-адрес прописывается. То есть его можно руками прописать, а можно автоматически. То есть вы же руками не будете прописывать. Сам ток у вас не трогает. Когда мы вот это делаем. Значит, это как бы первый этап подготовительный. То есть перед тем, как вот контроллер вас понимал, что он такое-то устройство с каким-то адресом, с каким-то названием, ему нужно все эти свойства первоначально придать, то есть конфигурировать. Вот чем мы сейчас займемся. А если в коде потом это работает, потом структуру приятный, не может там. Не надо только найти, что мы понимаем, это смешно. Пробуем компьютер. Насчет поменять айпишник, ему надо будет конфигурировать все равно. Плохо придется призарить. Ну, временно выключили, призарите. То есть в любом случае поменять какой-то здесь параметр, можно его переконфигурировать. Поэтому, господа, перед тем как собственно приступить к конфигурированию и так далее, увидеть контроль, нужно вот бросить. Понимаете зачем, да? То есть до вас там черти что, программы чья-то, какие-то настройки. Надо контроллер сбросить, увидеть и сконфигурировать под себя. Делаешь это с каждым контроллером. Так, значит, у тех все открывают нужно крышечку и делают следующее действие. Сначала делают ребята из... Ну, сейчас вы прослушаете меня, а потом будете делать. Значит, может, заодно рекомендую записать, как осуществляется процесс сброса контроллера. Значит, коллеги из IKEA, у вас чуть-чуть отличается, чем у остальных, но смысл тот же самый. У вас под крышкой две кнопки. Одна Reset называется, другая SV. А, FV, firmware, да, не SV, а FV. Значит, firmware and download. Эта кнопка как раз-таки еще используется при залитии прошивки контроллера. Значит, что? Давайте пока послушаем. Что нужно сделать, чтобы сбросить контроллер? Первое, нужно... Есть два варианта. Первый вариант. Нажать кнопку FV или firmware download. Она по-разному у всех написана. Вот у вас FV она называется. Просто зажать и не отпускать. У вас firmware download написано. Вот эта кнопочка. Вот она есть. То есть первое, нажать кнопку. Второе... Одновременно при нажатой кнопке нажать другую кнопку под названием Reset и отпустить. Потом как? То есть одну нажали, держите, другую кнопку нажали, отпустили и держите. Вот впервые кнопку держите. Потом держите до тех пор, когда или не начнет моргать лампочка сервис, ну или приблизительно 30 секунд, как вам больше нравится. Вот вы можете уже проделать. Вместо кнопки Reset можно питание убирать. Это равносильно, кстати. То есть, если вы нажмете кнопку, уберете питание и подадите его, это будет равносильно тому, как сбросить с помощью кнопки Reset. Ну что, давайте. Нет, еще пока он загорелся и потом. Значит, впервые жмете и не отпускаете. А Reset жмете один раз. Делать сервис. Вот, вот ждете. Нет, уже 30 секунд я загорел сервис. Сервис должен загореться. Держите еще раз. Загореться и моргать. Ну 30 секунд ждите и не парьтесь. Нет, вот он загорелся и не моргает. Пока это. Пока держать. Да, вот. Ладно. Секунд. 23 держите. Долго турец. Я бы еще вот так сделал. Потому что у вас там конфликт айпишников может быть, вдруг там кто-нибудь тоже 11 айпишник или там 10, я забыл, кто такое уже делал, поэтому вы сеть бы убрали пока. Ну отпускайте. Еще почему не такую? Моргнул один раз, например, всем. Такую маленькую кнопочку, долго тавить пальчиками, не очень больно. Так, ну чего у вас случилось? Пока она начнет моргать. Пол под газ. Не моргает.
Ну все, отпускайте живую, а идите. Пускай походу. Сейчас я начну помогать. Лоу-бас тут нормально. Ну, она на самом деле раньше загорала стабильно, теперь в четвертой версии загорается через одно место. Еще Дима надо. Так, в том, что она стоит была стоять на лампочке. Значит, все вроде как сбросили, да? Да. Нет, все-таки она должна взять через некоторое время. Давайте, сердце. Вот, я нажимаю открывать. Нет, нажимайте на сердце. Нет, я во время того, как держал, Да, потом я нажимал на время. Да, или нормально. Много себе там нажму, нет? У меня там мегабайт вообще уже. Давай, золото дай пицца. Ну ладно, сейчас золото тоже пишет. Да. Я уже буду писать, чем я только сейчас заберу. Давай сначала. Так, сейчас я помню. Возвращайтесь туда к сети. Вот, установка моргала, нормально. Ну, у нас заморгал. А, ну комната это не то, свой еще будет. Так, сервис, в общем, у одних заморгало, у вас тоже сервис заморгало, и у вас сервис. Ну, видите, оно заморгало со временем, а у наших контроллеров поновее, там оно как-то бывает через раз моргает, я тоже сейчас его сброшу. Вот, теперь дружно правой кнопкой нажимаем на контроллер в программе и говорим «Node Setup». Выбрать. А у меня сразу можно открыть. Ну, сначала можно выбрать, потом сюда можно. Да, в другом никак. Ну, я не знаю. Ну, бывает через раз. Почти трогаем, окей. Значит, господа, нажимаем правой кнопкой на контроллер, выбираем новый сетап. Вот теперь, помните, я вам говорил о портах? То, что при подключении используется некий порт. Вот я, например, сейчас буду использовать лон-порт. Вот видите, у меня предлагают стандартно для лоновского контроллера лоновский порт. Mm-hmm. Я говорю вот сюда, то есть параметры, здесь ничего не меняю, все стандартно, все подходит, лон 1. И говорю, окей, у меня появляется уже как некое использованное значение лоновский порт. Значит, у вас сейчас, вы должны выбрать вашу сетевую карту и нажать ОК. Ничего там не меняется. Уже все должно быть. IP, вы надо, или не, он жоп походу. Долго твое чудеса, да? Вообще. Правый или влево? К режиму, чтобы коннектор и в него загрузить ваши параметры. Ваши айпишники, маски. То есть у вас сейчас эта табличка будет заполнена уже как надо вам. У вас что там, нормально все? Ну, вроде бы. Так, следующий ход. Теперь, говорите, убираете галочку. Я вот ее всегда стараюсь убирать. Ну, в общем, чтобы искать вообще все устройства по всей сети. И нажимаем Search All. Дальше должен появиться наш несчастный контроллер. Вот, у меня появился несконфигурированный, ну мы же его только что сбросили, правильно? Он у нас несконфигурированный. У меня появился наш несконфигурированный PXC200. У вас появился? Нет. А вы с этого компьютера или с этого? Вы же были с этого будете, у вас там стоит эмулятор. Ну, вы сейчас не можете не трахать. Я ж говорил, надо с нормального звука. Давайте с этого давай. Это на самом деле, сейчас он там расшарит, аккумуляторы, соединение, там всякие нюки и так далее. Айпишник прописали? Да. А вот если бы он был не сброшен, вы бы его просто не увидели? Вы бы увидели его сконфигурированным,
Но у вас вот эта кнопка бы конфигура была бы неактивна. Вы бы не смогли ничего делать. Продолжаем. Я так не имею, такой же отличник нельзя было. Почему нельзя? Почему? А у тебя как конфигурная группа? Получится, он уже в одной сети вывали два одинаковых отличника. А у тебя виртуалка? С точки зрения сети, как бы, это два разных компьютера. А мы победили виртуалку. А у тебя VMware? Да. Мы только что делали. Только что победили. Одинаковые IP-шники. И что сказал компьютер? Да. Какой одинаковый? С компьютером соединить? То есть, с контролем. То есть, вы как поставили IP-шник у компьютера? Не, зачем? Мы из-под... Ну, сейчас, Сань, покажи. Под виртуалкой, как обычно? Нет, не там. Так и в VMware не трогали IP-шник? VMware здесь, там вообще IP-шник нормально. Здесь смотри, здесь ставишь settings на такой адаптер. Ну, все. Ты ставишь 12, ставишь bridge. Там все правильно. Крип, все. Ну и в VMware ставишь IP-шник? А, все, нормально ставишь IP-шник, она видит как-то. А в этом в реальной машине не трогаешь вообще. Не трогаю. Ну я и говорю, то есть это разные вещи. Не выделяется. Нет, там вот автоматически. В системе, то есть автоматически. Если. Ну вот, нет. Здесь вот слышал. Да здесь вообще можно не такое. Вообще очень бывает. Автоматически, по-моему, вообще новая система. Это автоматически, а у. Почему он компьютер на рынок включает? Мы можем давать компьютер. Ну как, с точки зрения сети, как бы, две машины в сети получается, которые одинаковые. А дайте ваш пашпорт. Да, ну пашпорт. Ну, я могу выдумать. Не, ну бридж, да, ничего не трогай. Вот так бы вышли на шару, на самом деле. Конфигурировался, но конфигурировался не до конца. Вот если вы видите, вот сейчас нашему контроллеру на борту у него написано на заднем этикетке его типа MAC адрес, это называется наверное ID, статус конфигурированный, тип контроллера, девайс, то есть название его AS01, девайс ID, node ID, subnet ID, domain ID. У вас IP-шник, маска под сети, MAC адрес, по-моему, написан, да? Что-то MAC адрес я могу. Ну, значит, нормально. MAC-адрес он потом сам там подхватит, все будет чики-чики. Значит, в итоге чего получается? У ребят не прописывался девайс ID, девайс name. Вот, у них не до конца. Сразу скажу, ребят, проблема не в Xworks. Это не в Xworks, это сразу говорю. Это проблема в этом, в ваших там стенах и так далее. Это стопудово, это просто, ну, какие дети. Ну, в общем, потом разберетесь, не впервые. Вот. Короче, у ребят не до конца конфигурировалось. Вот. В итоге взяли другой компьютер, все заработало. Ну, проблема была там, блядь, как-то по-хитрому, где-то что-то было до этого настроено. Что настроено, все надо разбирать. Хорошо, контроллер сконфигурировали, теперь вы понимаете, вот видите, вот фикс конфигуры, притом конфигурированный вами. И теперь вы с этим контроллером можете делать что хотите. Вот, ну давайте начнем потихоньку программировать. Зайдем в среду для программирования, которая называется CFC. Можно правой кнопкой навигейт по CFC, можно левую кнопку вот нажать, оно как больше нравится. Вот, левую нажимаю. И вот сейчас нам ответится. Съемку установить, сохранить, главное. Ну и собственно, как оно все в итоге будет функционировать. То есть связь физики датчика с контроллером, с программой происходит здесь. Значит, напомню, вот здесь мы формировали топологию сети, здесь, грубо говоря, сам проект создавали. Здесь будем формировать нашу программу. Значит, что здесь есть?
Значит, во-первых, все основано на блокнот объекта. Все основано на блокнот объекта. Значит, с левой стороны чаты вот средней вкладки на лучше позже проходить. Блоки и лайбрери привезли по одно и то же, по большому счету, библиотеки блокнот объекта. Стандартных. Мы с вами будем очень активно пользоваться вот этим вот PIX-TV-LIP. Вот мы будем очень активно пользоваться. Здесь есть библиотека всего того, что нам нужно. Например, I.O. это когда, например, аналоговый вход, аналоговый выход, бинарный вход, бинарный выход. Это все мы с вами проделываем. А ты снизу вкладочку выбрали либо? Надо снизу выбрать вкладку либо. Блоки это то, что там использовалось недавно или стандартно там как-то вписывается. В общем, надо пользоваться лайбрери. Надо пользоваться вкладкой лайбрери. Значит, у всех есть такая библиотека PXVVLIP0400. Все такая есть, господа. Ну ладно, значит, нормально. Можно сразу вопрос, а есть описание на блоке? На английском. Ну не суть. Ну есть, да? То есть я не к тому, чтобы как работает блок, а вот, например, нужен мне какой-то блок конкретный. Я знаю, что он должен быть, но обычно везде бывает. То есть как мне его найти? По названию. Нет, название наше желательно, но по смыслу как-то здесь купить. Например, блок там компер, там эти, грубо говоря. Ну, сравнение. Компаратор. Например, если нужно вам или вот bit logic, and, не m, не или, не m, или логик обратно. Вот, например, по данным когда это понятно, так, вот, max, int. А, ну вот как раз хотел спросить про мультиплексор, вот я вижу мультиплексор. Шедюл, это расписание. В общем, надо просто пробираться за неправильно. Документ есть, но я не пользовался. Лицензия. А, да, насчет лицензии. У тех, у кого, ну, значит, лицензию нужно указать в файле. То есть. А вы когда успели? А, вы уже достали просто блок. Вы, значит, правило номер один, которое я говорил всем в начале. Делать все строго последовательно со мной. Никаких действий без меня не делать. Я об этом сегодня вечером не знаю, я буду не возможно. Я буду прослушивать, да, я буду. Ну да, вечером. Я просто об этом говорил. Значит, хорошо. По сути, есть набор библиотек, будем из них доставать те или иные элементы. Кнопочки, которые сверху, будем пользоваться в процессе эксплуатации. Давайте посмотрим, что такое блокнет объект. Самый простенький, давайте, например, достанем аналоговый вход. АИ. Аналог input. Саня, как видите? Хорошо. Да, значит, да, господа, насчет увеличения, уменьшения, как это делаю я. Ну вот видите, я щелкаю левой кнопкой два раза в поле, у меня увеличивается, еще раз два раза уменьшается и так далее. Значит, вот самый правильный, на мой взгляд, путь, вы делаете мелкий блок, и дальше делаете, чтобы у вас было видно вот, единичку, например. Очень мелко было. То есть, чтобы было видно, вот, например, вот так вот единичку. Ну так более-менее это. Вот. И просто, ну сейчас я по названиям сориентируемся. Это надо сначала переименовать. Значит, хорошо. Все добавили аналоговый вход. Да. Значит, давайте посмотрим, что есть в свойствах этого. Это блокнот объект, который характеризует аналоговый вход, который будет. Коллега, ну. Не надо эти включения. Вы просто так отнапряглись, я понимаю, видно, да? Не подключился, но надо расслабиться. Вообще, посмотрите, он подбирается. Не, я просто говорю, так неправильно. Значит, хорошо, аналоговый вход.
Давайте найдем свойства. Сейчас у многих будет в лицензии такое окошечко. Значит, поэтому где-нибудь на рабочем столе у вас должна быть лицензия. Распакуйте архивы. Распакуйте архивы. А, распаковать их надо. Свои попадают. Ну да, да. Swaps inside. Ну и теперь выбирайте файлы, которые вот. Так, а почему у нас ничего? Вот один комбик, а пашку ключку не подают. Давай скрючку тебе. Погоди, погоди, давай. Не на сайте, да? Не надо. Ну, долго. Вот по аппаратам вообще. Да, понятно. И каждый ключик должен связываться, соответственно. Ну, как сделали, например, вот вы взяли свои красные флешки, копировали всю папку license, там лицензии всех коллег. А вот если бы вот, у вас были бы все их ключи, то вы могли бы программировать своими ключами. Для того, чтобы мочь программировать, должен быть ключ, должно быть файл. Два. А вот непонятно, аппарат не программа. То есть вы нам дали лицензию на что такое? А, да? Избит? Да. Нормально. Давай сейчас опять избит. Вы нам не дали. Он там сказал, да? Точно? Ну, вообще не должно быть так, если он удавался. Просто я разбираюсь, я в сервер копирую и сразу даюсь. Да, он работает. То есть вы дали 500 файлов. Нет, это файл случайно построить. А там архив, потому что надо архив. Я разумею. А, ну ключ, ключ просто. Да нет, что он не понимает. Они не говорят, что копия ключа можно где-нибудь снять? Самый хитрый нашелся. Не, ну в рамках одной компании. Хитрый нашелся. У вас все нормально, да? Да. Значит, можно. Нет, раз однозначного ответа не последует, значит, можно. Ну или правый просто. И здесь licenses. Xworks. Выбирайте файлик под названием Xworks. Можно вопрос? Да. У нас есть такой ключик еще один. Как к нему лицензию? Как вот нам получить вот этот файлик? Ну, его покупал заказчик в свое время, потом нам передал. Вместе с оборудованием. Вот у нас сейчас вот есть, а что у нас там делать? Там была плат клонская по CLTH 21. Это объектовый ключ, скорее всего. Объектовый. Ну, не знаю, CND02 называется. Это объектовый. Это для чего? Ну, под объект, куда включали. Большой театр. Все понятно. Нет, ну то есть с ним сейчас ничего сделать нельзя, что ли? Выбросить проще. Иван вернуть как-то. Можете мне это. Ключ называется Лухрад. Воровый. У вас быть не должен. Ну нам передали его комплект. Я понимаю, да, нам передали, мы не в курсе. Почему воровый? Не, почему мы в курсе? То есть мы у этого вот с Серзидином разговаривали. Да, говорит, я знаю, это называли, это мы. Короче, нужно брать снова, да, лучше, снова, все было. То есть тому ключу вы его
В общем, не получится, да, нужно цель использовать. Нет, а он объектовый имеется в виду, то есть он не инженерный ключ? Для... Нет, не инженерный. А, инженерный. А, ну если инженер, тогда он не нужен вообще. Воронный ключ, воронный. Нам передали воронный ключ. Нас практически припаяли сейчас. Ну ладно, короче, аудиозапись выключила. Да, да, аудиозапись выключила. Значит, у всех все получилось, да? Значит, я никого слушать не буду. Значит, что мы с вами видим? Мы с вами видим свойства батэд объекта, который является аналогом входа. Значит, здесь, вот если вы приглядитесь, на борту батэд объекта есть ряд пинов. Я называю это пинами. Это как на, грубо говоря, некой схеме. Ну, на неком чипе. Вот. То есть есть некое количество пинов, и каждый пин обозначает какое-либо событие, действие, там, результат или еще что-то. Ну, некая микросхема, грубо говоря. У нас это называется батэд объект, который будет связываться с аналоговым значением. Вот здесь всевозможные свойства, все возможные ноги, свойства вот этого батэд объекта. То есть, грубо говоря, вот видите, сейчас у меня поставлена галочка, адрес, сигнал адрес. То есть, как он будет явно с таким адресом на контроллере, с таким кодом, чтобы мы могли повесить, например, тут температуру. То есть, грубо говоря, как сделать видимым какой-нибудь еще из пинов. Чуть позже мы будем их изучать. Значит, давайте сделаем видимым, например, верхний и нижний предел, поставим галочку Visible. Дальше поставим галочку зоны нечувствительности. Сразу говорю, пины будем изучать последовательно. И поставим галочку. Галочку slope, intercept. Ну, наклон и смещение поставим еще галочку. Наклон и смещение. Вот, пока поставили галочки, больше ничего не делаем. Давайте все-таки переименуем наш батэд объект, как чтобы это было связано с физическим каким-то действием. Значит, переходим в классу свойства. Здесь shotname. Shotname надо всегда писать на английском языке. Давайте напишем. Shotname. PD out. Будет температура наружного воздуха. PD out. Значит, description пишем на русском языке уже можно писать. Температура наружного воздуха. Температура наружного воздуха. Давайте так. Значит, еще раз запомните, short name всегда на английском, description всегда на русском. Ну, как всегда, можете на английском, но я рекомендую на русском. Так будет красиво. И потом вы поймете, что для службы эксплуатации, для конечных людей, кто будет использовать систему, действительно, поэтому будет на русском. И я вот на английском, для этого нужно воздух на русском. Больше вот здесь, вот в этом меню, я ничего не рекомендую трогать. Как бы, все остальное в данный момент не нужно. То есть лучше пока не трогать. Ну, вот это товарный текст, вообще не стоит трогать, это швейцары горбатого купили. Вот, это тоже, в общем. То есть что нужно? Название на английском и название на русском для службы эксплуатации. Здесь ничего трогать не нужно. Это шитара горбатого снипида. Пятая версия справа. Оно криво работает с Linux. Поэтому я говорю, что лучше не трогать. Вот мы пишем, температура наружного воздуха будет, например, тревога. -35. Вот похолодало. То есть будет на русском, не смотрю. Значит, все, в свойствах, кроме shotname и description, пока больше ничего не трогаем. Нам еще потом понадобится понятие mainlay и т.д. Значит, блок. Переходим обратно в блок. Ну, давайте поставим, раз у нас температура наружного воздуха, поставим unit. Ну, градус, наверное, да? Здесь находим градусы. А, не вверху, вот градусы. У нас везде появляются градусы. Значит, pin primary value, сейчас вы увидите на примере, что это такое. Сейчас все будет уже ясно, более-менее понятно.
градусы все поставили, ну и остался адрес. Адрес мы чуть позже применим. Говорим применить и окей. Как видите, у нас добавились, как на микросхеме, добавились некие ноги нашего botnet объекта, с которыми мы будем что-то делать. Ой, я уже даже сижу. Случайно. Простите. Вот, значит, появились некие ноги. Хорошо. Теперь нужно прописать адрес. Нужно прописать адрес для этого botnet объекта и какого-то физического сигнала, какого-то физического датчика, который будет подключаться к коду на нашем контроллере. Согласны, да? Значит, как это делать? Нажимаем правой кнопкой, неважно на каком botnet объекте, видит общее меню адреса. Edit IO addresses. Видим стандартный save to label, rename, object properties, go to insert point, там, card, copy, и так далее. Ну, стандартный. IO address. Дальше выходит меню с адресацией, которым придется пользоваться постоянно. Все успевает, да? А? Значит, давайте теперь выберем subsystem. Что такое subsystem? Грубо говоря, какой у вас контроллер? Компактный, модульный или 64-й, старый, там, 28-й? Или вообще botnet переменная? То есть какой тип будет сигнала с точки зрения железа, контроллера? Или это будет виртуальное значение? Значит, у меня два варианта. B и D. Значит, что значит B? B botnet это есть у всех у вас сейчас, у каждого. B botnet, то есть некая... виртуальное значение, которое будет гулять так как внутренняя переменная в программе. То есть это не связано с физикой. Мы этим будем чуть позже пользоваться, я подробно расскажу. Значит, P, как вы понимаете, дальше написано Island Bus, это относится к контроллерам 100-200, с Island Bus. Правильно? Правильно. Все, то есть у нас и у коллег из IKEA будет Island Bus. У коллег остальных будет C, компактный контроллер. Вот, значит, у коллег из IKEA, когда будет 64-й, 128-й контроллер, у вас будет P, P-бас. Будет, то есть subsystem будет P. Это надо запомнить, написать как-то это. То есть когда 64-й, 128-й, здесь будет P. Написано P-бас. Значит, сигнал addresses пока трогать не будем. Сигнал адреса пока трогать не будем. Давайте выберем сигнал type. Значит, ну у нас будет температура обычная, уже не 3000, то есть стандартный чувствительный элемент. Вот давайте самое первое выберем. Здесь всякие возможные типы сигналов. Вот если почитаете, увидите. Например, 0, 10, 0 постоянки, токовый вход 0,20, токовый вход 4,20, температура не 3000, там ВТЦ, там что только нету. Лайки на 1000, там, ну вот, давайте выберем простой R1K, температура уже на 3000. Самый простой. Отлично. Дальше нужно выбрать тем, да, тип датчика. Значит, дальше нужно будет прописать адрес, и потом выбрать модуль type. Ну, вообще, правильнее сначала subsystem, адрес и все остальное. То есть, слева направо. У нас нет модуля. Вот, ну, я просто сигнал type сначала, а теперь давайте адрес. Как? Происходит адресация для компактных модулей. Происходит она по-разному. Значит, проще всего происходит у модульных контроллеров. Сейчас я покажу. Да. Значит, что происходит у модуля? Значит, если приглядеться, здесь есть немножко кидать ключи. Здесь такие адресные штырьки для каждого модуля, которые вытаскивают, могут меняться местами и так далее. Вот каждый штырек дает уникальный номер контроллеру по модулю. Если посмотреть, здесь разные схемы. Видите? Разные схемы. То есть каждый номер уникальный. Вот. Поэтому как определяется номер модуля? Он определяется по адресному штырьку. Это элемент первый у нас. Модуль на секунду. И все на ней 8 универсальных. То есть у него сколько ходов? 8.
Соответственно, первая цифра. Значит, первая цифра у нас номер модуля 1, например, единичка. Значит, вторая цифра это у нас номер входа или выхода. Просто номер. Физически какие клеммы будут? Ну смотрите, здесь пятая, вот здесь, например, есть первая цифра. То есть, грубо говоря, вот эти два конца. То есть, например, 1-1 это у нас первый модуль и вот эти два конца. 1-5 это первый модуль и вот эти два конца. Вот. А дальше вы уже будете указывать, что это аналоги по выходу или дискретности в рамках именно программирования. А вещь, ну, указывает один, это модуль, стрелка, это, например, вот эти два конца. Значит, нюанс, вот сотовые контроллеры или кто-то, они понимают, когда вы пишете 1.1 или 0.1.1, без разницы, они понимают, как это. То есть, адресация без разницы, можно с нуля или можно без. Я рекомендую пока не нулить. Вот 64 плюс 8, там надо писать 0. То есть будет 0.1, 0.1. То есть там то же самое, также адресный флаг, также номер. То есть нужно только 0. Поэтому вам запомнить и будет писать. Сейчас 0.1, 0.1, 0.1. Можно будет третий, но он будет первым по адресации, да? То есть вы имеете в виду, грубо говоря, берем вот этот вот. Переменяем с этим. Он стал первым, да? Да. Нет, вот этот вот не может стал первым, а этот стал третьим. А по-моему, игру, по-моему, покупать. Но на самом деле, как бы, есть. Я все время один раз использовался, если ты там запрограммировал модуль, или когда все работало, кто-то подошел и поменял там что-то такое. Потом нужно обнулить модуль и заново ставить класс. Что-то такое. Просто стандартный программ. А, вы видите некую универсальную? Если потеряли четверку, нужно брать там какую-то другую. Ну да, это просто стандартный умеешь везде, а когда поменять модуль. То есть я сбросил какой-то модуль будет, сейчас говорит, что поставил резерв, бросил его в электрон, значит, смотрите, здесь нюанс такой, вот вообще, очень удачно эти английские модули, видите, стали мозги. Вот концепт приходит все сюда, монтажники еще не привели, что 220. Ну, на пруге пока нету, модуль вот, пришли на объект, первым делом, что нужно делать, чтобы не бить модуль. Вот так вот его вытащить. Это первым делом. То есть, чтобы он вот в таком положении электрически никак не был связан с концами, он вот так вот болтался. Он стал включиться в разгонке, проверить, там 220 не приходит, модуль уже подпускается. Вот, вот вы уже вставляете адрес, адресный класс, и вроде бы все нормально. То есть, это такой очень правильный подход, я этим не буду перечислять. Поделись, потому что модуль убивается. Как они располагаются, без разницы по номерам? Пожалуйста. А как вообще есть? Ну да. Значит, ну как, там есть по номерам. Первого положения, вот и там. И тут покупаешь модуль. Да, можно сказать. Да, главное, единственное, значит, спада. Очень важный момент. Очень важный момент. Адресация в рамках одного контроллера, она уникальна. Если у вас два контроллера, она будет уникальна. В таком плане. То есть есть контроллер номер один, в котором модули с первого по 30, может быть контроллер номер два, в котором тоже модули с первого по 30, если вот там 30 не максимально. Нет, тут плавочек, ну понятно, но. Нет, мы на самом деле максимально. Нет, на самом деле максимально контроллер может 64 модуля. Как это обслуживать максимально. Ну, вы можете назвать 64-го по там, 128-му. Я таких планов по 128-му не видел. Кстати, а вот эти адресные модули, они покупаются, да? То есть, допустим, на каждом фирме надо не забыть. По нашим порыгам, я не знаю, что вы сказали. Ну, взять проектирование, да, если кому-то интересно проектирование, есть специальная программа, которая, в принципе, выкладывается как нужно. Конфигуратор. Да, то есть вы даете карту коробку кодов, какой имеет контроллер, как постоянно искать, да, он дает. Короче, как происходит регистрация с модульным контроллером, понятно, один.
Поэтому, господа, сейчас прописываем сюда 1-1. Один, где это Вот, значит, господа, вот сейчас, не-не, у компактного контроллера по-другому, вы не допрекаетесь, господа. Вот, значит, следующий момент, что дальше делать, ребята, вот смотрите, 1-1, это вот первый, вот этот вот, ну, хотя температуру, грубо говоря, то есть, как можно симулировать температуру на стенде? Вот здесь у нас есть X1, первый вход, он электрически связан как раз с первым входом этого модуля. То есть, грубо говоря, вот здесь есть тип сигнала, 0-100% проводимый, цифровой или внешний. Мы будем пользоваться первым, вторым или третьим. У нас сейчас проводимый тысячи, то есть некий датчик температуры. Мы сюда ставим пример. Соответственно, у нас сейчас вот здесь можно включить, и мы будем как раз температуру. Если мы будем размножать, то будет вот градусы. Вот такой вот. Соответственно, теперь вы, когда прописываете адрес, не забывайте на стенде тоже прописать там положение 3000, 0,10 вольт, ну, то есть, чтобы входной сигнал как стимулировать там. То есть, 0,10 вольт, то можно быть обратная связь, или это может быть цифровой датчик, например. Или это может быть какой контакт, раздам. Не нравится, не забывайте на стенде тоже это делать. То есть, вы сейчас, как бы, первый вход готовы, чтобы на стенде тоже видели, на стенде. И нажимаете OK, и пока слушайте, как делать с компактным контроллером. А, не, дай, так не могу, еще надо. Они практически идентичны. Значит, господа, у кого компактный контроллер? Здесь все намного забавнее, я бы сказал. Сейчас вы будете записывать. Значит, записывайте 0,1. Можете сразу вопрос по этому поводу? Вот это имеете документацию? Да, но там, на мой взгляд, не мягко написано, лучше записать. Это в хелп все есть. Да, вообще можно не падать, как я его записываю. Вот, значит, 0,1 тире универсальный вход. Это для компактных контроллеров. 0,3. Это дискретный вход. 0,4. Это аналоговый выход. Где логика? Ну, как вы... 0,5. 0,5 это дискретный выход. Логики есть, но где-то там. Для компактности. Значит, скажу вам по секрету. Раньше 0,2 использовалось для старых контроллеров. Там отдельно делились цифровые входы, которые можно было сделать в рамках универсального, отдельно делились, которые были на борту. Поэтому 0,2 вот так вот исторически сложилось. Вот, поэтому 0,2 пропущено. Хорошо. Значит, это вот то, что я сейчас вам продиктовал, как обозначить тип входа. Тип входа. Значит, после этого нужно обозначить номер входа. Номер входа. Вот здесь, господа, есть, на мой взгляд, очень неприятный момент, а есть приятный. Вот давайте сейчас начнем с приятных. Приятно, это, конечно, самый простой. Вот, например, если ребятам надо сделать вот эти три конца, вот этот дискретный выход, который называется DO1, то как будет этот выход обозначаться? 0,5.1. О, коллега правильно говорит, 0,5.1. 0,5.01. 0,5.01.
Значит, если вы захотите, например, какой-нибудь другой ДО 4.05.04, понятно, да? Если вы захотите, например, дискретный вход второй, вот на борту есть DI2, видите? DI2. Где-то тут. DI2. Вот. DI2, как это будет называться? Ну, да, неправильный подход, это вы потом будете... Вы правы уже? Ну, это вы зря. Где-то едва. Сань, я не знаю, но как-то... Хорошо, следующий момент. И потом ДИ начинает. Значит, 0302, понятно, да? Значит, если нумеровать аналоговый выход, например, четвертый, АО-4, как он будет? 0404. А теперь вопрос. Как будет универсальный вход 7, УИ-7? Неправильный ответ. 0-1-0-3. Неправильно. А, сейчас скажу. 0-2-0-1-7. Вот он. Короче, господа, и вот здесь на самом деле сделано через жопу, я считаю. Это, значит, здесь нужно как... Я специально на этом акцентирую внимание, чтобы вы не ошиблись. Значит, здесь нужно смотреть, каким по счету среди универсальных ходов идет УИ-7. Отсюда номер 0101. То есть, грубо говоря, вот они просто криво промаркировали. Просто криво промаркировали. Но почему так промаркировано? Потому что физически на печатной плате компактном контроле АО и УИ, они идентичны. Одинаковые там. Просто они промаркировали через звук. Поэтому вот УИ, чтобы адресовать УИ-7, это надо написать 0101. Можно, грубо говоря, просто 6 вычитать из семерки, ну, 0-2 и все. То есть, если нужно там УИ-14, мы вычитаем 6, получаем 0-1-0-8. Что-то у меня в голове не откладывает. Они все УИ-7, да? Да. Дима, ну, там посмотрим, нет, Дим. В любом, господа, насчет семерки я вас, конечно, обманул, там, на 12, на 22 контроле, там, может, с 4 начала, с такой. Но смысл такой, просто первый УИ среди УИ, первый по номеру. Такой идет, например, начинается с 4, он является первым. Вот так и прописывается, то есть пальцем считаете, все. Вопрос, круто. Для тех, кто в танке, можно еще раз. ДИ-2, где находится 4? ДИ-2 вообще не надо. 25 у меня начинается. Ого, а у вас контроллер старый. Вообще не уезжаем поэтому. У вас промаркировано через этого старого. В общем, у вас просто контроллер версии 2.35 перепрошиты. Вот, ДИ-2 это будет вот этот 25-й. Ну, это на самом деле промаркировано. То есть новые контроллеры сделаны по-человечески, да. DI-25 это DI. Это первый, да? Первый, второй, третий, четвертый. Потому что он где-то первый. Не, пацаны, вы просто посмотрите, вот как на соседнем стенде, и у вас на объекте будет так же. Вы не паритесь. Вам просто не повезло. Они каких-то более рациональных, то есть открыть какую-нибудь окошко, выбрать адрес пространства у этого модуля. То есть, как люди, нервный код начинается тогда, когда заканчивается. То есть, если у меня будет 100-500 кодов, 0-1, 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 Нет, вы позвонили за эти дела. А универсальный модуль поможет и аналоговый модуль.
Вот, тут вообще в задницу какая-то, да? Знаешь, что, с адресацией понятно, нет? Ну да. Теперь да, покажите, куда... На красной флешке есть правильная подсказка. На красной флешке есть правильная подсказка. Я вам сейчас покажу. Я фейс как-то пацанам нарисовал, который не поняли в приобразе. И теперь это на красной флешке так хранится. На, кстати, насчет адресации, есть вот такая здесь вордовский файл, я в то время копировал со старого топа. Вот здесь очень внятно написано. Модуль 1.1, то есть там не очень разбираться, понятно, вот я продиктовал, то есть. Значит, а вот этот внятный такой момент, это я показал нарисовал, они поняли нормально. То есть модульные. ДО номер, ДИ номер, УИ номер, то есть номер модуля, соответственно. Это, ну, точнее, тут говоря, номер модуля и дальше зависимость от этого. То есть, точнее, не номер модуля, то есть у нас идет дискретные модули, дискретных ходов, модуль дискретных ходов, номер, то есть у всех свой индивидуальный номер. Вот, а универсальные модули, точнее, универсальный вход, он может быть и аналоговым выходом, и аналоговым входом, и дискретным входом. Вот, номер этого ключа похоже, вставлялось. А вот у компактных контроллеров 0.4, 0.5, 0.3, 0.1 и, соответственно, АИ и ДИ одинаковый номер. Вы понимаете, да? Mm-hmm. То, о чем я толкую. То есть 0.1 это будет как и дискретный модуль, и как аналоговый программировать. Вот такая подсказка еще есть. Ладно. Так, а пишем 0.1.0.1, да? Я не понял, 0 нужно писать? Нет? Для сотых, нет, для компактных писать нужно. Для сотых, двухсотых можно не писать. А для 64-х, 128-х надо писать. Понятно? Все запомнили? Так, ну и у тех, у кого компактный, можно, наверное, нажимать уже ОК. У тех, кто модульный, не забывайте, вот предлагается еще такое окошечко для выбора типа модуля. Господа, ну давайте не будем лазить. Ну что вы это? Успейте еще. Значит, у тех, кого модульный контроллер, вот у меня и у коллег из ИТ, еще предлагается выбрать тип модуля. Я выбираю PCM, IP, 8U. Правильно? Не, ну я еще такого не смотрю. Все, выбрал AML, да. Выбрал тип модуля, говорю окей, окей. А минимальный и максимальный предел не надо было вставлять, да? Пока не очень. Можно вопрос? Вот да. Эти модули старые, которые там... Да. Да, они здесь... Я толковал всю минимальную. Нет, ну, есть немножко, то их выбрать вот здесь. Выбрать их здесь, то они также выбрать, из списка будут выпадать, если выбрать какие-то. 64-й, 28-й, да. Да, будут выпадать. Не надо там никакой специальной библиотеки, еще что-то. Нет, есть нюанс. Если вы будете использовать в рамках одного контроллера 64-го, например, и PTM модуля, и PXM модуля, то здесь можно будет делать очень оборонную вещь. Я это теоретически знаю, как делать, потому что даже видел как-то раз, но объект ни разу не сталкивался с этой локтей. Потому что надо будет создавать два проекта, скажем так, нужно будет, в общем, там перекорячивать ПТМ, PSM и так далее. Но если одного типа, проблем не должно быть. Нет, проблем не будет точно. Поймите, просто для того, чтобы понять это, нужно... так сказать, вам рассказать про бинтру. Смотрите, сейчас что мы сделаем? Мы прописали адрес для сотового контроллера, для компактного проблем нет, он сразу понимает. То есть программа, аналоговый вход, ему адрес, он смотрит сюда и берет значение. Никаких шин там особо нет. Ну, здесь ILBUS напрямую. Вот. Когда вы используете 64-й, 128-й контроллер, потом идет PBUS. Идет в BIM, а потом это перекорячивается в ILBUS и идет уже внутри модулей, вот здесь становится нюанс. Вот нужно дополнительно перед загрузкой делать некое действие. Называется
залезть по конфигурации в BIM Tool. Ну, в BIM при помощи BIM Tool. BIM Tool это программка. Значит, что это такое? По большому счету вы делаете соответствие. Как бы ваш контроллер 64, если у вас 8, он, грубо говоря, вас понимает, ну, грубо говоря, вот виртуально эти TXN модули превращаются в PTM, и нормально под вас понимаешь 64, если у вас 8. Вот вы, грубо говоря, он автоматически эту таблицу делает, открываете программку и нажимаете всего лишь одну кнопку, и будете, и все. Единственное, нужно будет еще обычный USB кабель, который втыкается в BIM, который втыкается в компьютер. Вот если посмотреть. Понятно, тема, потому что Барри против этих модулей не пришлось там что-то перезащитить. Значит, здесь есть кабель. Когда вы загружаете контроллер 64 или 8, один кабель у вас контроллер, тот или другой там будет как-то сеть. А другой кабель параллельно квадратный USB сюда и обычный плоский USB кабель. То есть мы прокомпилировали программу, сейчас мы это сделаем. Потом загрузили вот эту таблицу, которая автоматически у вас генерировалась в TXM модуле, в PTM модуле. Загрузили GIMP, он у вас вспомнил на разных модулях. Дальше загружали программу. То есть разница между работой с этим контролем и с этим контролем. Сейчас четвертый мы туда возьмем, всего лишь в одном действии. Ну, открыть GIMP и нажать кнопку download. Все. То есть он по тот USB-шному кабелю сам BIM Tool пропингует его сразу, да? Да, и сразу всю табличку выкачиваем. Значит, нюанс в чем, что если вы используете в рамках одного контроллера TXM модуля и PTM модуля, то нужно будет создавать два проекта. Короче, то есть в одном проекте у вас 64-128 контроллер понимает, как вот все TXM модули перекорячены в PTM, а в другом проекте надо будет заливать вот этот вот BIM Tool, что какие-то адреса будут просто TXM модули. Вот смысл такой. Вот. Короче, этот. Точнее нет, наоборот. Часть модулей будет с помощью этой таблички перекорячиваться. Точнее, даже не так. Делается два проекта. В одном проекте вы просто прописываете PTM модули, там никаких табличек не должно быть. То есть, когда у вас 64, если у вас 8 контроллер, он у вас с PTM модулями соединяется напрямую, без всяких бинтулов. Вот, вы прописываете 0.1.0.1, там 0.2.0.2 и все работает. А потом создаете второй проект, там уже делаете табличку, как бы она перекорячивается, и ее загружаете в BIM. То есть, грубо говоря, у вас этот PBUS, в одну сторону он уходит в PTM модуль, в другую сторону он уходит в BIM Tool, ну, в BIM точнее. И этот BIM уже должен понимать 5 адресов с TXM модуля и перекорячивать их в PBUS. Короче, вот такой геморрой. Но если задача будет, я думаю, поможем. Если не будет, то и надо. Вообще, что-нибудь понятно? Нет, понятно, все полностью. У нас на лекции. PX64 и вот этих новых модулей PTM старых. У нас возможно расширение системы. Ну да, как раз и да. А PTM, я так понимаю, сейчас купить уже, наверное, да, нереально. Значит, еще нюанс. Вот новые, так сказать, TXM модули, они подсчитываются по точкам данных, по физическим. Да, логично. Неправильно. Стакан достали, слышите, давайте вылечим. Значит, по... Нет, там холодные. Не, водички можно. Да, холодно. Ну, значит, потом... Понял, в этот момент, если я здесь не аналоговый, например, то пишу digital out, да, not bad, not один. Почему он здесь не меняет, ну, температура остается? Потому что вы физически. Аналоговый.
И он на поэтому, трех поэтому... на ошибку не покажет, да, что я его пришел на 0.5. Не, он потом ругается. Точнее, не ругается, но работает. Значит, для того, чтобы здесь появился тип сигнала, характерный для релейного выхода, нужно, соответственно, дискретный выход подавать, да, доллар. Ну, бинарный выход. Бинарный выход. Ну вот, значит, господа, еще в чем фишка? 64-х и 128-х контроллеров. Значит, если у вас есть PTM-модули, значит, раньше было как? Вот аббревиатура 64 и 128, она не просто так взялась. То есть 64 это 64 нагрузочные единицы, 128 это 128 нагрузочных единиц. Раньше как считалось вместимость контроллером, сколько входно-выходных модулей можно? Не по точкам данных физических, а по нагрузочным единицам. То есть, грубо говоря, 64 это 64, 128 это 128, это 128. Один ПТМ-модуль, например, на два аналоговых выхода, это было две нагрузочные единицы. И вот, грубо говоря, значит, можно было там 32 таких модуля воткнуть на 64 контроллера. То есть считалось так, не по точкам данных. Теперь считается по точкам данных, то есть 64 это до 200, 128 до 350. Ну, вот смысл такой. То есть, если вам придется расширять систему, перед тем, как это делать, нужно посчитать, сколько у вас физических точек данных уже будет подробно. То есть отнимаете, грубо говоря, пропорционально делите там 200 на 64, смотрите, там, как соотношение физической точки и нагрузочной единицы. Приблизительно. Вот, отнимаете, ну или, грубо говоря, если у вас занята половина по нагрузочным единицам, 32 нагрузочные единицы, то это дальше 100 точек у вас свободно для 64-го контроллера. Это, ну, через раз. Через два. Значит, смотрите, у вас система, 64 контроллер, ПТМ-модули. Вы насчитали ПТМ-модулей, значит, насчитали 16 ПТМ-модулей аналоговых выходов, например. Один ПТМ-модуль аналоговых выходов, там два аналоговых выхода, потребляет виртуально две нагрузочные единицы. Итого 16 модулей по 2 нагрузочные единицы. Сколько всего? 32. Систему. Вы хотите расширить. Как действует? Берете 64 контроллер. Ага, всего 64 нагрузочные единицы. Использовано 32. 32 стало быть свободно, то есть половина емкости. Ага, в новой системе по точкам данных, где максимально 200 точек данных, а если половина задействована, можем еще столько купить. А, ну, то есть это прямая пропорция. Ну да, по большому счету так. Ну понятно. Нагрузочные единицы, точки данных. У точки данных это что-то. Раньше на заре времен. Нет, просто смотрите, я когда рассказывал про 64 и 128 контроллер, вот это вот компактные. Разные модели 12, 22, 36, 52 бывают. Это 100 и 200 новое. Раньше были еще модули на 64 и 128 очень популярные. Они сейчас используются, сейчас продаются. Вот там сейчас с новыми модулями возможность такая. Или 200 точек данных на 64 контроллер, или до 350, это 128 контроллер. Значит, это с новыми модулями. А до этого еще были старые модули, которые считались не вот так вот, 200 точек и 350, а считались по нагрузочным единицам. То есть аббревиатура PXC64U говорила, что контроллер может максимально содержать 64 нагрузочных единиц. А аббревиатура PXC128U говорила о том, что контроллер может содержать 128 нагрузочных единиц. И эти старые модули, каждый, грубо говоря, кушал какое-то количество нагрузочных единиц. Так считалось. Тип того, да, только виртуальное значение нагрузочных единиц. Нагрузочные единицы это какой-то выход, да, например, аналоговый. Не только, ну, например, да. Если точка данных, тоже аналоговый какой-то. Там, понимаете, например, были модули для управления насосами, там что-то такое, там что-то. Они как-то не пропорциональны. То есть там физически один насос включается и включается. А жрал это 5 на 4. Или 4. Понятно. А вот первый модуль, ПТМ, на котором
4 дискретных колонны. Да? То сколько он дальше есть? Я не помню, табличка есть. Есть таблица, которую считать на другую. Ну, то есть не факт. Ну, то есть не факт 4, да? Совсем даже. Ну, раз нет, Дмитрий, давай, давайте делом займемся, а по этому. Смотри, я вам раз не попил, говорю, что он так делал. Просто до логического завершения дойдем. Значит, документы. Здесь надо найти документ, что такое. А что могут там дохренить? Ты, короче, вот здесь есть точно. Здесь все КТМ модули есть. Смотри, знаешь, что это хитрый КТМ модуль? Сейчас идем в эту табличку была. По-моему, вот это. Да, вот. Вот, значит, смотрите, вот минус. Поток у нас там будет осталось, но больше 30, 15, 2 меня вверх. Что-то такое. Ну, вот смотрите, вот модули. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 13, 17, 8, 4, 13, понятно, да? Ну вот у вас классика жанра, функция ПМ1, тут 250, вот эти вот у вас могут быть. 250 точно. Вот эти вот у вас могут быть. Да, 420 будет. Короче, понятно, да, что, как делать вообще, как быть в этой жизни. Все. Ответил на ваш вопрос. Мы прописали адрес для контроллера. Как прописывается, все поняли, надеюсь, да? Господа. Все, давайте сейчас загрузим программку в контроллер, посмотрим, живем это значение. И. Ну что, получилось? Ну, сконфигурировать. Ну, да, ну, да. Не, мы пытались, собственно, не. Получилось ли? Ладно, мы уходим в самый ход. Значит, хорошо, следующий момент. Значит, что из себя представляет процесс заливки программы? Он, по сути, делится на три этапа. Значит, первый этап. Давайте выполним последовательно. Первый этап – это подключение к сайту. Давайте. То есть мы сейчас это выполним при помощи трех этапов. Потом, грубо говоря, можно будет нажать на кнопку последнего, и будут выполняться первые два автоматически. Вот. Это, грубо говоря, вот, можно программу отдельно откомпилировать,
А можно нажать загрузку, download, а если нажать сразу download, то он предложит сначала прокомпилировать. Тут смысл такой же. Значит, первое, что нужно сделать, это подключиться к сайту. Помните, мы сайт указывали? Некое место в сети нашей погоды. Говорим, CPU, connect сайт. CPU, connect сайт. Выбирайте ваш порт, он у вас уже здесь должен быть. Каким вы пользовались, я вот выбираю лон. Ну и говорю подключить. Вы тоже говорите. Выключились к сайту, отлично. Теперь нажимаем compile. Кнопочка compile сверху. А где мы подключили? В общем, физически, конечно, это вот так вот, чтобы явно видно здесь. Ну, это вы перед этим подключались. Ну да. Ну смотрите, если я сделаю дисконнект, ну, на самом деле, да, на видео, конечно. А, нет, погодите, сейчас. Значит, CPU, а надо еще раз сделать connect type, и у вас здесь уже будет open connection. Ну да, да, открытый порт. Все, делаем compile. Нажимаем кнопочку compile. Значит, что здесь есть? Первая компиляция, вот если сюда посмотреть, написано. Change only, то есть компилировать только изменения. Тогда у вас уже программа там 10 раз перепрограммирована, все есть, вы добавили один сигнал. Ну, конечно, зачем заново все компилировать? Можно просто перекомпилировать изменения и их перезалить. Значит, в нашем случае, так как мы первый раз все делаем, нам, конечно, нужно уже компилировать всю программу, это entire program. И при полной компиляции всегда рекомендую ставить галочку Complete Run Sequence. Связано это с генерированием последовательности, по которой будет, собственно, программа это, ну, по циклу там или как вертец, ну, грубо говоря, по которому будет программа работать. Проще запомнить, как, когда вы делаете полную компиляцию, всегда ставите галочку. Рекомендация. Если делаете изменения, по просто change only, ну, нажимаем старт, еще раз старт, и компиляция пошла. Говорим close. Ну, сейчас дождитесь, все зальем, и будем с вами будем разбираться. Значит, у всех прокомпилировано, да? Значит, следующее, нажимаем кнопку download. Download. Нажимаем кнопку download. И здесь он также предлагает загружать только изменения или загружать всю программу. Мы, конечно, конечно, всю программу, потому что у нас это. Потому что у нас там ничего нет. Мы говорим старт. Да, вот эта кнопка. Да, вот. Все нормально, должно быть. Он нам скажет, у вас станция будет очищена и сброшена для полной заливки. Хотите ли вы продолжить? Мы говорим, хотим. Дальше он начинает там что-то компилировать, загружать и так далее. И в итоге у нас должно выйти окошечко с ноликами. Ну и при компиляции с ноликами, и сейчас с ноликами. Значит, когда он спрашивает перед этим окошечком, станция автоматизации сейчас... Значит, когда у нас... Он выдает окошечко, то что там автоматизация сейчас находится в режиме стоп, то есть контроллер не запущен, программа в нем не функционирует. Хотите ли вы запустить программу в контроллере? Ну, конечно, хотим. Можно это сделать здесь, можно будет сделать потом в другом меню. Мы говорим, конечно, хотим. Все, у нас появились нолики, господа, если вы здесь видите два нолика, ноль ошибок, ноль предупреждений. Все хорошо, вот этого мы и добиваемся всегда. Говорим close. Значит, теперь, господа, как посмотреть в режиме реального времени это наше несчастное значение температуры, аналоговое на температуру наружного воздуха. Значит, для этого нужно зайти в тестовый режим, то есть в режим отладки в реальном времени, посмотреть, что у нас происходит. Надо нажать вот эту кнопку, называется тест мода.
Надо нажать кнопочку тест мода. Вот, коллега, значит, мы с вами загрузили программу, увидели нолики, у вас там два нолика, ноль ошибок, ноль предупреждений. Говорите most, все хорошо. То есть, когда нолики, можно не беспокоиться. Значит, следующее, мы хотим посмотреть в режиме реального времени наше значение аналоговое. Что нужно сделать? Нужно зайти в тестовый режим. Заходим в тестовый режим при помощи кнопочки тест мода. Заходим в тестовый режим. У нас появляется справа красная полоска, то, что мы находимся в тестовом режиме. Вот здесь онлайн режим и так далее. Теперь, что мы хотим сделать? Мы хотим выделить тот квадратик, который, ну, чтобы посмотреть. Выделяем квадратик левой кнопкой счет, и мы нажимаем очки. У нас появляется желтый маркер на выходных пинах нашего квадратика, и там появляется некое значение температуры. Вот, теперь, грубо говоря, покрутив вот этот вот первый тумблер, ваше значение температуры должно как-то меняться. Так, у вас что, все получилось? Да, да. Чики-чики. Проблем не оба. Чё ты, где адресация входов? Где адресация входов физической адресации? И никель 1000 номеров выбор. А что за группой входить? Типа так глубоко надо смотреть суть. Короче, все, можем. Все. Не, вот ты у тебя сейчас задал вопрос. Помню, хоть кнопки мы нажимали. Все, можем борить, вот программу залить. То есть, по сути, можно теперь побаловаться, да, что-нибудь другое залить. Давай, попробуем. Смотри, я хочу, короче, сделать, чтобы компаратору. Давай вход какой-то. Выход дискретный какой-нибудь, забабахал. Что такое? Аналоговый выход? По аналоговому входу, то есть если аналоговый вход будет больше, чем какой-то там из этих 30, то он прям дискретный выход забирает. Ну, давай. Очень банальная хрень. Давай. Так, что здесь можно? Ну, выход добавить. Нет, ну, с выходом нам чуть сложнее, там выход какая-то страшная хреновина такая. Да пофиг, давай, добавляй. Ты вообще смелый, я смотрю, здесь два. Да, вот первый давай. Да. Конечно. Ну, много чуть-чуть. Давай все отключим. Нам зачем хуже? Нет, с вами походу вообще просто нет, может. А второй попроще. Давай его адрес. Ну, аналоговый вход, мы тоже первый добавили, а не ред. Вообще разумно, да. Сейчас смотри. Один больше, чем меньше было. Используем GT. Ну, откуда покупать. А себя щелкнем. Давай уберем просто все лишнее. Безопасно все лишнее. А, тут выходы еще, тут есть какая-то иерархия, типа по приоритетам, приоритетности. Что-то такое, по-моему. Значит, здесь. Да, выбирайся. Выбирайся. Все выбирай. А куда мы вход заведем, если все уберем? Универсальный автоматический датчик. На самом деле, он не понимает. Какой-то сигнал. Это другая таблица составления температуры. Лампочки даже не подойдут. Есть вам? Нет, на самом контроле. Нет, похоже. Просто индикация вывести. Сейчас. А, хорошо, давай по-другому. Я просто мало может так. Да, ну вот, походу. Думаю, что я хочу быть он огромный. Mm.
А, вон вал критик. Важное значение вал SVF. Переключатель значения. Вал бинар сигнал. Оператор значения. Выключай. Выключи. А засунь этот опять дискретный вытащи на поле. Было. Было. Вот на вал заводи. Вот на вал любой заводи. А вот на этот вал, да, вот сюда. Все. Так, что там сами писать? Скрепно. Записисты надо выбрать сначала. Угу. Дискретный выход, это как, что у нас там? Опа, окно контроля. Био 0.5, 0.1. Все подходит, да? Поля с прямой, да пофиг, даже если обратно будет. Да. Чаще? Походу. Так, что там компиляция? А, нет, здесь сетки что-то забыл. А, компиляция, вот она. Нет, вот. Да. Ага. Да, целиком. Все, конечно. Что-то авторитетом. Я понял, Сань. Угу. Я что-то тут начал говорить, начал припоминать. Да, ладно, ну, да. Значит, да. У коллеги чего было? У коллеги был неправильно указан тип сигнала. Не R1K, а он платину 1000 выбрал. Тип датчика. Компактные контроллеры, насколько я помню, такие датчики могут не принимать. Ну, давайте глянем это. Где это глянуть? Я сейчас свои документы гляну. Чешки. Значит, давай сюда. Вот давайте глянем. Тип сигнала двигатель, да? Вот так. Может, если, может, enable надо было поставить. А, нет, платье еще не понимает, почему ты не понимаешь. Нет, платье еще не понимать. Попробую, может, странно, дайте. Платье на тысячу должен понимать. Вот, смотри, дай сразу, вот. Да, ченчик. Давай. Обычно отправим. Конечно. Ну и вообще, лихо. Ну, через интернет. Ну, вау. Чаще, не ну, знаешь, что-то не нужно все выбрать, что ли? Случайно. То есть, совсем не то, потому что... Счетчик, даже ничего, еще от меня не покажу. Если выбрать, то он не поддерживает. Ну, цена резко меньше. Походу его заслали просто не туда. Работает, работает. Здесь нет ничего. Работает, Санек, работает походу. Mm-hmm. Просто его походу куда-то не туда заслали. Не знаю, что ты да не программа. Просто в самом начале я говорил, что вы послушаете судьбу, что главное в нашей сети коммуникационной игре это последовательность. Что такое? Правильно. То есть как, чего, зачем нужно делать. То есть, собственно, тут я и показываю. А диск от Вандала, ну, он новый. Кулет. Кулет. Ну ладно. Ну вот, значит, грубо говоря, главное это последовательность.
Так. У вас чего? Вы уже там начали горбатого лепить, я вижу? Ну, пока время есть. У вас не получается, у нас, да, дискретный выход. Дискретный выход не можем послать сигнал. Удаляете все, и сейчас будем все вместе делать. Горбатого потом будет. Не, ну просто пока у вас время, вы пока занимались, не, мы решили. Не знаю, что станет. У вас что, все нормально? Мне подходит. Тихо. Ну, тоже надо. Давайте Горбатого лепить потом будет. Да, давайте. В общем, оставьте один, да, один аналоговый код. Окей? Господа. Это компилярчик. Композит. 30 минут бесполезного позора. Все, значит, удалите свои там остальные, если вы там наделили Горбатова. Потом наиграетесь, наделаетесь, вообще, мама не горит. Нет воли не видал. Нет, мама станет данной данной. Нас на Тульской уже с ним примут. Так, следующий шаг. Мы с вами научились добавлять аналоговый код. Давайте теперь дружно добавим, господа, дискретный код, добавим аналоговый выход и добавим цифровой выход. Или только что удалили. Давай, иди назад. Не, господа, да, мы сейчас еще... Давайте вместе со мной, ладно. Конечно. Давайте первый, дискретный код. Надо добавлять в библиотеке АИ, БИ, БО и АО. Вот эти РЭД, это, грубо говоря, урезанные АИшки, БИшки, БИшки и так далее. То есть то же самое, только урезанное, без механизма управления по приоритетам. Поэтому давайте используем нормальные, правильные, дискретные входа и выхода. И аналоги. Значит, добавляем аналоговый выход. Давайте все нужно за мной, аналоговый выход добавляем. Добавили аналоговый выход. За ним добавляем бинарный выход. Да, чучки, это все надо делать в тестовом режиме, конечно. Значит, вот у коллег сейчас смотрите, что получилось. У коллег из Хабаровска, у них получилось вот так. То есть один элемент, или мне показалось, один элемент вложился в другой, да? Поэтому нужно его просто передвинуть вот так по контуру, и все. Все будет чики-чики. Так, следующий шаг. Добавляем бинарный выход. Бинарный выход. Вот, ну мы стандартный комплект добавили, давайте попробуем, что мы так не внесли сейчас. Так, ну что, умно, да? Что у нас выбрали? Я просто за эту книжку убивал, сколько редакторов не переведет. Чем везде галяксы? Ну, много где, не везде, потому что не стигается. Ну, запамятирую до полдня. Что есть, тем удовольствием все. Значит, хорошо, заходим в свойства аналогового выхода. Заходим в свойства. Значит, пишем heating valve. Вот слушай, heat, if и v, lv. Будет клапан нагрева у нас. Heat vv. А здесь p будет. Heat vv. Клапан нагрева. Довольный, потом у нас все отлично. Вкладочки блок, да, если мы галочки не поставили, то значение блоков силы. Да, 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 конечно. Это просто пошел. Почему лупка не сходила? На рабочем столе. Значит, следующее свойство мы назвали shotname fit vv. Значит, description пишем, клапан нагрева.
Побухать. Лишь клапан нагрева. Давай. Ну, вот такого. Ну, понятно. Ну, давайте. Ну, да. Можно вещь красный. Спин чуть не плавать. Угу. Что же он? Остальные щиты. Значит, пит вырубил, клапан нагрел. Отлично, отлично. Теперь переходим в блок, смотрим, что нам здесь нужно. Ну, на самом деле, как бы о пинах, наверное. Сегодня посмотрим, может, давайте пока просто попробуем запрограммировать. Значит, юнит ставим проценты. Юнит ставим проценты. Самое первое, да. Юнит ставим проценты. Ну и здесь пока давайте больше ничего делать не будем. И так не будет. Варим окей. И клапан нагрева обозвали. Значит, бинарный код, господа. Бинарный код. Давайте зайдем в свойство бинарного кода. В shotname напишем local. Local. Это будет наш переключатель режима работы вентилятора, например. Ну, клювик. Мы вульгарно называем его клювиком. Local P. Local F. Значит, и напишем в description режь раб вент. Вент. Сейчас, это важно. Режь раб вент. Режим статус включения. Это вы можете как угодно. Статус контрольный размер. Это через статус. Статус это будет отдельно. И это будет обратные связи. О них мы будем говорить отдельно. Режим работы вентилятора, окей? Немножко непонятно, как это практически. Здравствуйте. Что же вы, как это непонятно? Сейчас мы вам покажем. Я покажу. Мы около 4 минуты. Да. О, господи. Везде одно и то же, да, оказывается? А мы-то думали, в Москве получше. О! Автоматически вышло. Правильно. Возврат, что его вроде не знал. Нет, оттуда мы берем сигнал авто, только сигнал авто. Все остальное у нас ноль, и нарушено, это нас интересует. А у сигнал авто напрямую. Нас интересует только сигнал авто. Да, то есть, чтобы правильно положили, туда можем работать в автоматическом режиме. Включать, выключать, там. Понятно. Режим работы лоб-клэп, режим работы вентилятора. Все. Переходим в блок, класс блока. Здесь. Давайте переименуем юнит, сделаем как бы человечье, заодно увидите, как это делается. Заходим в юнит, и здесь в самом низу находим user-defined. User-defined. Напротив нолика. Все нашли, нет? Если кто-то не успевает, говорит, не успевает. Это да. Вот, значит, вот сюда user defined. Да, вот здесь user defined.
User defined, значит, текст двух видов. Значит, на брось ролика пишите ручной. Ручной. На против единички пишите автор. Значит, это вообще, конечно, хреново, то есть у вас коллега ушел. Нам дает как планировать время, чтобы не ходили. И там получилось, там приехал. Это неправильно. Просто потом возникает проблема. Вы как запланируете, ну, встанете это относится, я надеюсь, вам, чтобы в следующие 3 дня, как бы это было 35-й ходит. Да, 35-й еще путь, есть какой-то. В общем, посмотрите там в сторону. 35-й ходит, еще ходит. Там, ну, не представляете, там где-то он там разберет. 39-й, да, 38-й, 35-й точно ходит. Вот. Единственное, как бы сразу скажу, это трамвай московский, трамвай краснодарский, это два разных трамвая. То есть ваша трамвая ходит по человечеству, там самый, как мне говорили, это у вас самый быстрый и правильный способ добраться до нужного места, не трамвая, потому что у вас там пробки. Он ездил, там пробки постоянно. А трамвай, у него выделенные полосы, все нормально. У нас трамвай без выделенной полосы идет медленнее всего, скажу вам сразу. Поэтому думайте, на чем добираться. То есть, как бы я бы с трамваем бы подумал, лучше бы метро доехать. Ну, на метро тоже достаточно долго, но перестанет, или как раз там еще. Не, метро долго, все нормально, там, одного пахну, другого там бочину. Ноутбук разобрал, безусловно. Как вчера сделал в метро, да, я поскочил, но мне там полагал ноутбука. Я думаю, что у вас проводит? Я еще ремнем думал, сейчас зашли закрыть, то я ладно, 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 ладно. Ну я в последний момент заскочил, думал. Нет, ну мало там, что бочину будет. Прикольный поезд приезжает на Монтаж. Там, вот, ну ладно, да, хорошо, да, нолик, да, это ручной, единичка, да, это да, хоть не было букву нету. Хорошо, все сделали? Да. Нолик, единичка. Значит, все остальное будет чуть позже. Все остальные темные контейнеры вам расскажу. Или завтра расскажу, что будет. Значит, режим работы вентилятора сделали следующий динамик. Бинарный выход. Заходим в свойства бинарного выхода. Заходим в свойства. Здесь пишем TMD-PAN. То есть будет вентилятор. TMD-PAN. Цифровой выход пишем. Пишем прикручный вентилятор. Вот, говорим окей. Все похоже. Все, теперь давайте пропишем. Все успели, нет? Угу.
Вот, все ушли, да? Вот, проблема просто переключения ноты. Бедоков, я же скажу, вот так я говорю. А что там вот? Ну, так он и был. Ну, как он тебе объясняет. Он так слышно хорошо. Ладно, это... Проблема с переключением языков сейчас впереди. Поверьте мне, когда дойдем до верхнего уровня, там будет... Ладно, давайте адреса пропишем. Колпа прописана. Адреса. Нет, я понял, я не пропишем. Они, по-моему, все здесь. Так, аналогу. Давайте скажу. Динариал подавай. Динариал? Можно. 5-0. Можно. Давай аналог. 0-4-0-1. Линейный input. 0-3, да? 0-3. Значит, для дискретного выхода, господа. Для дискретного выхода тип сигнала код 250. Мы имеем контакт change over pitch. Не туда контакт, код 250. Завязывай. 250 просто, да? Мы имеем. Тип модуля TCM1RM. Вот. Значит, пишем аналоговый выход. Я пишу 1-2. Тип сигнала пишем, ну здесь догадаетесь, имеет тест пропорциональное управление, постоянно 0,10 вольт. Отлично. И что это у нас такое? Значит, D20 это вольт клим, мейн тип контакт. Какой контакт? РВ-СМЦ, новая цифра, мейн тип контакт. Отлично. D20. Вот, модуль у меня подхватился. Значит, сразу, господа, сразу, очень важный момент. Я вам скажу, вы это поедете сделать. Или с этого она сделает. Значит, вот все то, что мы с вами прописываем сейчас, температура наружного воздуха, внутренний вентилятор, там, вот на листочке все эти адреса сейчас пишите, вручную, я тоже буду писать. Потом, когда будем отлаживать на стенде, будет удобно смотреть именно на листочек, чтобы каждый раз туда. Вот, поэтому пишем дружно 1-1 у меня, например, это температура наружного воздуха. Температура наружного воздуха. А дальше 7-1. 7-1. Это у нас утрешенный вентилятор путь. Утрешенный питание ярко. Я пишу так, да. 4, вот, 5, 5. Следующее. 1-2. Клапан нагрева. Но это в рамках обучения, чтобы вы просто почувствовали, что мы с вами делаем вообще. Нет, напечатать, конечно, хорошо, но это. Да я понимаю, это вы ребята хитрые попались. Значит, 1-2. Клапан. Клапан нагрева. 1-2. 1-3. Режим работы вентилятора. 3. Режим работы вентилятора. Все, я записал все адреса, что сделали, да? Ну, у меня, понятное дело, вписывает только Олег Газикея, а все остальные должны были построены. Да-да-да. Говорим apply, окей, загружаем программку. Ну, понятное дело, что сейчас можно нажать сразу download, он предложит предложит прокомпилировать изменения, а потом предложит все залить. Это любому крайне дело, просто не берет. Или сразу все это куда 50 рублей. А нет, надо не сменять вода, или как по-любому. Пока нет. Делаю. То есть какой у нас? Вы выбираете дискретный? Нет, вы должны выбрать модуль дискретных сигналов. Я зачем начал теоретическую часть рассказывал? Нет, ищите TCM1.6RM. Вот его первый, какой там уже? Пятый. Ну вот пятый. Прорывал. Здесь был.
Да. Да, да, да. Тебе надо. Сколько радости в этих детских головах. Карл быстрее реагирует. Зайдешь туда, нажмите, если он сразу придет. Он шикарно. Господа, значит, сразу скажу. Значит, вот исходя из этого, вот наблюдательности, значит, модульный контроллер, вот коллега, может, заметил в IKEA, когда у вас модуль используется в адресации, у вас перестает мигать светодиодик, который под этим, под плагом. Если светодиодик мигает, значит, у вас модуль не сконфигурирован. Он в программе не используется. Вот у меня модуль, посмотреть, видите, моргает, 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 не моргает, не моргает. Я вот два модуля задействовал. Mm-hmm. А, ты как бы меня опрашиваешь, да? Да, да, да. Вот тот, который горит, это значит, да? Он работает, все, опрашивается, все чики-чики. Если так сам модуль моргает, значит, он не сконфигурирован. Значит, господа, типовая ошибка, ну, не типовая ошибка, а неправильный немножко подход. Сейчас коллега из Новосибирска продемонстрировал. Значит, смотрите, что делали. Вот мы сейчас с вами пока научились просто. Загрузили, в тестовом режиме посмотрели. Значит, что будет, если вы захотите изменить изменения в тестовом режиме? Например, вот я сейчас пока просто за мной повторите, но не делайте. Повторите, но да, это надо повторить. Вот, например, давайте сейчас включим приточный вентилятор. Вот, поставим value safety, поставим full в тестовом режиме. Это мы сейчас делаем в тестовом режиме, в онлайн режиме, господа. Только в тестовом. Говорим full. И говорим enable safety, да. Как сказать, левой кнопкой два раза по пину, и у вас должен щелкнуть вот, там да. На борту. Вот. У всех щелкнул, да? Вот у вас и щелкнуло. У вас и щелкнуло. Состояние говорит, что... Спалить проход. Ну это пролетит больше. Значит, так, у вас что, щелкнуло? Да. Щелкнуло? Вот, вот как раз для чего я начал говорить. Вот о таких вещах. Сейчас мы с вами тут разбираем. Вот вал программ. Самый низкий приоритетный. Вот мы всегда должны вводить. А тут всякие аварии, критическая, крылья, можем дублировать туда пожар. Мне кажется, это не для хвак системы. Она же, видишь, как любая авария. Приоритет одинаково сразу. Рэп наш вариант. Я тебе говорю, да, по любому рэп. Вообще без вариантов стал. Значит, господа, еще раз повторю, внимательно тут меня послушайте. Вы там уже хелп заботали. Я вижу. Не-не, это пока просто поверьте мне, потом я объясню, почему щелкнул.
Грубо говоря, смотрите, в чем фишка, господа. Вот сейчас мы с вами, находясь в онлайн-режиме, сказали, вентилятор включись. Почему вот эти вот действия вентилятора включись, то есть мы поставили enable switch, enable safety, enable и value safety вкл. Пока не обращайте внимания, я завтра буду толковать, что это значит. Просто, грубо говоря, мы с вами сказали вентилятор включить. Мы сказали это в онлайн режиме, когда мы, вот грубо говоря, сканируем все значения всех бакнет объектов и, грубо говоря, в одном из них в онлайн режиме подменили. То есть вживую в программе подсунули значение включить. Он включился, он понял. Значит, что делали сейчас вот ребята из, коллеги из Новосибирска, коллеги из Икеи? Они сделали следующее. Вы можете это сделать со мной же. Они вышли из тестового режима. Все, теперь, как только вы вышли из тестового режима, у вас вот то, что здесь представляете и считаете, не соответствует тому, что в программе. Все, это уже две разных программы, грубо говоря. Но они разные с точки зрения содержания, с точки зрения содержания они одинаковые. Они разные с точки зрения вот, произвольного промежутка времени. То есть, если взять промежуток времени, который был 2 секунды назад, когда я был в тестовом режиме, они были идентичны. Теперь они не идентичны. То есть где-то температура поменялась, где-то еще что-то. Где-то пришел боец с пультом оператора, сказал вентилятор включить, пока мы тут сидели и курили. Вот. И что сделали ребята? Ребята хотели, ребята взяли и поменяли пин, например, enable safety вот здесь. В офлайн режим, не в онлайн, а в офлайн. Сказали нет. И подумали, ага, вентилятор должен выключиться. Вот. А дальше что сделали? Тестовый режим, мы же должны посмотреть. Ну, выделяем квадратик, говорим тестовый режим. И тут появляется такая фигня. Что говорит, что то, что у тебя в программе, значение пинов, отличается от того, что у тебя вот здесь. Тут, короче, несоответствие твоей программы и то, что контроллеры. Почему так? А потому так, да, потому что изменения не загрузили. Вот. А если бы вы это изменили в онлайн режиме, вы бы изменили в режиме реального времени программы и контроллеров. Поэтому что в такой ситуации нужно делать? Грубо говоря, говорит нет. И спокойненько все перезагрузить изменения, и у вас вентилятор выключится, и не парится. Дмитрий, а то, что мы в онлайн режиме изменили после сброса питания, оно останется? Да, сохранится контроллер. А, то есть это нормально, бакнетер. Значит, господа, почему я вам это долго упорно рассказывал? Потому что, смотрите, вы пришли на объект, запрограммировали, ушли с объекта. Приходите на объект, а там уже служба эксплуатации, что-то там своими пальцами нашрудила. Там что-то включало, выключало, в итоге что получается? Соответствие того, что живет контроллер, и того, что у вас в компьютере. Как с этим бороться, я чуть позже расскажу. Для этого можно вытягивать изменения из контроллера, к себе в программу считывать, значение измененных пинов. И в итоге у вас все, опять же, на места свои, в соответствии становится программа в контроллере, программа в ноутбуке. Как это делать, я чуть позже расскажу. Можно мы можем писать текущее значение. Мы можем вставить в соответствие вашу программу в компьютере тому, что в контроллере. Ну, в соответствие, понятное дело, поймите, вот, когда вы меняете в офлайн, в онлайн режиме, вы меняете только значение уже существующих блоков. Вы не можете добавлять связи, вы не можете добавлять там новый блок. Вы меняете то, значение уже существующего. В офлайн вы можете делать что угодно. И понятное дело, что кто-то там в онлайн режиме, служба эксплуатации или еще кто, они могли только менять значение пинов. Вы эти значения к себе просто копируете из контроллера, и у вас соответствует происходит. Если, допустим, программа высокого уровня сказала, поставил ручку и будет ли это отображаться от изменения? Точно так же. То есть, я переконфигировал, но даже то, что он идет еще на высоком уровне. Давайте мы все-таки подождем.
Это вы как уже человек, пообщавшись с администратором, видит ручку, уже спрашивает, что или там под администратором парламента. Не-не, это механизм приоритетов. По каким приоритетам появляется эта ручка, я чуть позже вам расскажу. Это будет завтра, кстати. Вот. Ну что, у всех получилось? Скажите, у всех там? В онлайн-режиме что-то меняет. О, щелки, да. Не, ну щелки. Ну давайте теперь аналоговое значение сделаем. Ну, аналоговое значение. Как сделать аналоговое значение? По аналогии с дисперсными связанными. Что-то что, Сейчас. Значит, господа, аналоговое значение. По аналогии с пуском вентилятора говорим value safety в тестовом режиме. Говорим, value safety, например, 50%. И говорим, enable safety, да. Говорим, enable safety, да. Вот, значит, у коллег, у кого компактный контроллер, на индикаторе должно отобразиться на шкале 50%. Ну или там больше. Вот, у кого модульный, можно на модуле самому посмотреть. Так, вот. А где нужно? А на шкале, потом нужно на модуле. А, здесь у вас есть небольшой косячок. Итак. Ну, вот до сих пор, я не знаю, как это было здесь. Получается, это база программа. Вот не знаю, до сих пор. Бага была в том, что у вас здесь стояло Y10S и все. А должно еще стоять Y10S, запятая NO. Так. На самом деле, с точки зрения функционирования, это нормально. Капли Т-65 уже дома, часть пожалуйста. Там же по-другому есть контроллер, который управляет, потому что он компаратор должен. Там что-то есть такое, да, штука какая-то. А скоро вообще два дня. То есть вот тебе, пожалуйста, авария по датчику. Вот видите, игры 10 лет, запятая НО. Я на самом деле даже не стал обращать серьезное внимание, то запомнишь, что такое бывает. Можно сделать Ctrl-K? Понятно. Да, более-менее. Ну, в общем, так, у вас чего там? Четко. Там Камтази написал уже.